куда мы приехали? Приехали в Будапешт. Будапешт. Вот это синагога. Ой, смотри, какой у него шапочка, да, интересная. Вот это вот вообще полностью еврейский квартал, между прочим. Даже где мы живем, это полностью еврейский квартал. Да. Набрели на какую-то улочку, где очень много баров. Прям вообще бар на баре, бар на баре. Давно я такого не видел. Все такие модные, знаешь, нет таких фотографий. Даже фотоаппараты продают какие-то. Молодцы вообще. А вот вход как выглядит. Вот там прикольное все здание. Да, с мансардой. Видимо, венграм зашел этот сериал Prison Break. Это такое говно. Ну как, первый сезон был крутой, а все остальное говно. Хопон Хопов. Он знаменитый. И какое-то красивое здание, огромное, желтое. Блин, ну вот с красивыми зданиями у них все нормально. То есть, если они чем-то и богаты, вот как раз красивыми зданиями. Еще интересует реакция некоторых людей. Почему-то, когда ты снимаешь хоум-видео, они так и все радуются. О-о-о, круто, поснимай меня. Я же, блядь, не телевидение. Ну и ладно, что, клево. Не, я не только зак. Но вот так выглядит их главный дворец. Огромный. Капец огромный. Если Братиславский был, ну, очень маленький по сравнению, то этот вообще огромный, громадный просто. И очень красивый. Смотри, какая крутая вещь вот. Air Wheel. Вот так он выглядит. Что-то на латыни написано. Здесь классический коммунизм, блять. Такая вот туристическая улочка, понимаю, да? Самое главное, что мы здесь сфотографировали меня. А вот это прекрасная набережная города Будапешта. Чё бы не сбил тебе его? Фотоаппарат бы красочно разбился бы под желтым трамваем. Там где-то парламент. Там какое-то здание, Тиффермен, что-то там. И там какой-то вообще костер, и они очень красивые, хочу сказать. И речка, конечно, у них крутая. Дунай. Ой, а там пляж какой-то, смотри, какой пляж. Слушай, да, тут смотреть, в общем-то, еще очень много, да. Есть такой какой-то. Мосты, конечно, у них вообще потрясающие. Охренеть. Обалдеть, какая большая река, вообще жесть. Конечно, там Нью-Йоркский мост, но, блин, очень прикольно выглядит, вообще потрясающе. Какой видосик, да, вот прям такой подвесной мост называется вот это вот. Как такой же мост, как на Золотые ворота, и где еще мы видели такие мосты? Ну, ходили, точнее, видели. Мы такой видели в Грузии, Голден Гейт Бридж, все правильно, по дороге в Кутаиси. Здесь, возле парламента, туфли. Там погибшим евреям. Ну не погибшим, а убиенным. Больше, наверное, так будет правильно. А вот так выглядит прекрасная речка. Да. Ой, там ватербас. Там ничего не будет видно, но вот там ватербас. А вот это парламент. Я даже не знаю, есть ли у кого-либо такой красивый парламент. И в честь чего вообще они такой огромный красивый парламент сделали. А еще примечательно, что тут ходят трамвайчики вместо метро. И вот такой он красавец, парламент. Действующий парламент, то есть действительно здесь заседают люди, законы принимают. В Думу тоже вот такие были, вот эти наверху, которые вот выступают, такой как собаки.
Тут какое-то красивое здание. Парламентарии этого здания, наверное, могут считать, что они один из самых крутых парламентариев, потому что мой кабинет фотографируют все. Вот такие интересные у них памятники. Ну, такой милый скверик со скамейками и со цветочными деревьями. Прекрасное место для бомжей. Прям. Самое главное, с каким видом, пожалуйста. Вот туда, да, мы идем? Вот сейчас мы идем. Через Дунай. А где мы еще перебегали через Дунай? Блин, все правильно. Мы перебегали два раза через Дунай. А вот это что за город? Ну там был Пешт, а это Будда. Это Будда. Тоже красивый город, да? Вообще красивый город. Мне кажется, это более зеленый, а тот более исторический город. О боже мой, какая очередь действительно. Ну там он быстро ходит, поэтому нормально. Поднялись на канатки. Ну, довольно дорогой канатки, блин, для 30 секунд хода до города, до вершины города Будда. Будда. Вид на Пешт, кстати. Там парламент. Здесь главный собор какой-то. Тут тоже какой-то дворец, ну прям очень новый и красивый. Блин. Я теперь даже не знаю, какой мне город нравится, Будда или Пешт. Смотри, какие красавцы. Это даже лучше, чем те, которые парламент охраняли. Интересно, у них есть какая-то внутренняя конкуренция? Кто лучше стоит, я или правый мой коллега? Вот такой вот туристический забав я еще не видел. Хороший дворец. Такое ощущение, что там была готика, а вот здесь какой-то, ну, а-ля барокко, что ли, да? Смотри, тут сколько вкусняшек. Между прочим, это настоящие жареные рульки. И паприка. Тут тоже трава вообще потрясающая. И вот этот памятник с конем. Собаки, сокол. И на самой вершине какой-то принц. Или граф, или что-нибудь там такое. Арка такая. А вот стиль какой-то, да, напоминает прошедшую эпоху отеля Гранд Будапешт. О боже, какой двор огромный. Потрясающий. В общем, я так до души поражен величием Будапешта. А ты? Угу. Круто, да? Да. Будапешт вообще оказался чумой. Очень оказался красивым городом. Очень неожиданным. Угу. Учитывая то, что тебе говорили. Не Европа, не Азия. Вот такой замечательный вид открывался. Тех чуваков, которые там работают. Вот. Блин, даже не знаю, какая теперь мне сторона нравится. Эта сторона или та сторона? А вот это, наверное, раб. А вот там принц на коне с яйцами. Вот это Будапешт. Маленькая, да удаленькая. Вот трава, какая, бля, потрясающая трава. Трава это вообще идеальная вообще. Что делает? Что делает? Вот он.
вообще. Ну, что-то напоминает, как это, не знаю, независимая республика. Здесь должна быть какая-то. Вообще. Да, да, да. Вообще мега чума. Смотрите, ну это огромные мясные порции, рульки вот эти. Вообще охренеть. Вау. Вау, вау, вау. Капуста еще такая. Смотри, какой жареный чан. С чем-то там непонятным. Охренеть. 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 Боже мой, какая огромная. Вообще, я впечатлен, мое сердце разбито.